Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкурупська. Я рада вас вітати. Як завжди по вівторкам ми зустрічаємося з освітянами. Незважаючи на те, що зараз канікулярний період, є освітяни, у яких зараз якраз вирує життя в їх закладах, і вони зайняті найбільше за інших. І у нас в гостях сьогодні представники обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради. Це Горшков Микита, методист театрального жанру, та культорганізатор Марченко Вікторія. Доброго дня, рада вас вітати. Ви усміхнені, вже трішечки зі засмагою, встигаєте і працювати, і засмагати, і розважатися. Ну, у вас і, в принципі, така робота, що більше з розвагами пов'язана, але розважаєте ви інших і думаєте, як розважити наших дітей в канікулярний період, перш за все. Отже, перед тим, як перейти до основної нашої теми, яка відображена на вашому вбранні, сьогодні в нас вони не з одної футбольної команди, вони не вболівають за один якийсь клуб, вони разом організатори Всеукраїнського фестивалю дитячої художньої творчості «Єдина родина», до якого трошечки пізніше повернемося. Микита, більше до вас, ви частий наший гість. Як прожили навчальний рік, як з чим закінчили і чим живете літом? Ну, Во-первых, спасибо, что приглашаете. Нам всегда очень приятно приходить в вашу студию и общаться и с вами, и с телезрителями. Год был насыщенный. В принципе, по тем планам и задачам, которые мы себе поставили в начале учебного года, мы вышли на 100% показатели, а я считаю, что даже немножко превысили. В этом году у нас, так как мы курируем работу в области внешкольную по художественно-эстетическому направлению, много очень было в этом плане проделано. Очень много коллективов, которые имели звание народные художественные коллективы и образцовые художественные коллективы, в этом году подтверждали свои звания. Все подтверждения прошли успешно, некоторые присваивали новые звания. Проходили областные конкурсы всех направлений, и вокальные, и хореографические, и театральные, музыкального искусства, театрального искусства. В общем, работали, не покладая рук. И когда настало лето, нам очень захотелось сразу отдыхать, но нет. Вам не дають відпочити. Да. Ну, как бы дадут, но чуть попозже, потому что в конце учебного года традиционно у нас большой экзамен, у нас, как у организаторов всеукраинского фестиваля детского художественного творчества «Єдина родина», большой-большой экзамен, потому что мы принимаем в гостях Николаевской области детей со всей Украины. Давайте трішечки про історію фестивалю, якщо вже ми до нього перейшли. Да, фестиваль начался в 2011 году. Первый раз он прошел в 2011 году. Организаторами фестиваля выступал Украинский Державный Центр позашкільної освіти. Они успешно провели первый фестиваль. И так уж волей судьбы получилось, что директор нашего областного дома художественного творчества побывала вместе с одним из коллективов на этом фестивале. Познакомилась с организаторами и предложили нам выступить в последующих годах организаторами этого фестиваля, потому что у нас было огромное желание, мы давно хотели иметь в Николаевской области всеукраинский такой масштабный фестиваль, и мы, конечно же, согласились, и уже с 2012 года по нынешний год, по 2017, это уже седьмой мы провели фестиваль, он под нашей опекой. Три года он проходил в городе Скадовске, и вот уже даже 4 получается. А, нет, 3 года, 3. Да, потому что мы 6 лет работаем над фестивалем. И 3 года мы работаем в городе Очакове, и мы рады, что мы приехали из Херсонской области в нашу родную Николаевскую. Вам все-таки це і зручніше, приятні, і ближче, і приємніше. Конечно, так? Конечно. Вже не тільки звучить, що ви організатори, але й Миколаївщина приймає гостей. Конечно, так як організаторами виступає обласний Николаївський дом творчества, и когда он проходил в Херсонской области, звучало как-то нелепо, а сейчас все честно, по-честному. Все стало на свои места. Да, да, абсолютно. Ну, а чем відрізнявся фестиваль цього року? Адже те, що не вдосконалюється, те починає гіршати. Це одвічний закон.
Тому вдосконалюватись потрібно постійно. Не дадут соврать дети, которые приезжали к нам в этом году, и которые приезжали не первый год, а некоторые второй год, некоторые третий и четвертый год к нам приезжают. Не дадут они мне соврать. Каждый раз мы стараемся что-то менять, как-то улучшать какие-то аспекты. Конечно же, этот год не стал исключением. У нас прежде всего расширяем палитру художественного творчества детского. У нас появились новые жанры, в которых мы делаем просмотры. Какие это? В этом году, да. Фольклор и цирковое искусство. Додали, да. Если в прошлом году мы могли говорить о том, что у нас добавились чтецы, по-моему, и театр мод. И театр мод, да. В этом году мы добавили еще цирковое искусство и фольклор. То есть мы стараемся все объемлющие охватить всех детей, которые занимаются во всех кружках. Ага. И на самом деле руководители, дети нам за это говорят спасибо, потому что вот приехал коллектив к нам из церковного, да, из Донецкой области. Церковой коллектив, да. И мы общались до конкурсного дня с руководителем, и он говорил, что очень тяжело в этом направлении работать, потому что очень мало конкурсов этого направления, а если они проходят, то они проходят не по ветке образования. Это или по ветке конкретно циркового искусства, или по ветке культуры. А вот мы взяли, и мы очень боялись, потому что этот жанр такой, скажем так, загадочный, и тоже он разнохарактерный, потому что цирк – это и клоунада, и акробатика, и оригинальные всякие жанры. И как это оценивать, мы не знали, и не знали, к каким специалистам обращаться. Но мы не побоялись, и за это нам сказали спасибо. И могу сказать, что удачно мы в этом году цирковое искусство презентовали, потому что во второй части фестиваля у нас присуждается два гран-при. В первой части фестиваля, во второй части фестиваля. Я сейчас подробнее расскажу, что я имею в виду. Вот во второй части фестиваля именно ребята, дуэт вот из этого коллектива циркового из Донецкой области, они у нас заняли гран-при. Они всех поразили своим мастерством. Мастерность в чем была? Акробатика. Акробатический дуэт, да, это было отличное выступление. Все были в восторге, не только участники, но и жюри тоже единогласно решили, что они должны получить гран-при. У мене таке питання виникає, а судді хто? Якщо заговорили про журі, хто оцінює майстерність і за якими категоріями оцінюється? У нас дуже великий штат судейський, і в цьому всьому ділі обласний дом художнього творчества не приймає ніякого участі, тому що дуже багато колективів їде і від нашого. Щоб не бути заангажованим. Так, тому що дуже багато колективів їде і з нашого дому творчества поучаствовать в фестивале. И было бы неправильно в отношении и к нашим детям, и к детям, которые к нам приезжают, судить этот конкурс. Поэтому мы находим специалистов во всех направлениях. В заведениях этого направления стараемся, знаете, и разных по возрасту привлекать членов жюри, и старой закалки, старой школы, и молодых специалистов. Если мы сейчас начнем перечислять пофамильно, то это очень много времени уйдет. Но из Миколаївщини судьи? Да, да. Конечно, мы прежде всего обращаемся к нашим культурным учреждениям. Это Институт культуры, Училище культуры и спілки майстрів України, что касается декоративно-прикладного и образотворчого мистецтва. Тобто це ті люди, які не тільки вміють це робити, але й вміють когось навчити це робити і можуть за якимись критеріями дати оцінку тому, що вони бачать. Обязательно. І крім того, є такі тонкості, наприклад, є хороший спеціаліст, ну, допустимо, теоретик, а є спеціалісти, які преподаватели, а є ще спеціалісти-преподаватели, які преподають дітям, а не студентам или взрослим. Да? Це теж дуже важливі нюанси, які ми теж повинні учитывать. Пригласити і таких, и таких, чтобы, ну, объективное было судейство. И вот по плану наших конкурсных смотров, у нас обязательно после каждого конкурсного смотра жюри общается с руководителями тех коллективов, которых они смотрели. Они им сразу результаты не говорят, но они им точно уж указывают на их недостатки и их плюсы. И, наверное, это тоже вот в рамках, скажем так,
семінарської діяльності нашого фестивалю. Всеобуч виходить такий. Так, 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 звісно. Не просто подивитися, поставити оцінку, але й навчити. Звісно, пообщатися і, скажімо так, такі міні-майстер-класи провести, несмотря на те, що у нас і майстер-класи повноцінні проходили на фестивалі. А хто і звідки в цьому році прибули до нас, до вас? На фестиваль. 7 областей в этом году приехали из разных уголков Украины. И Хмельницкая область, и Донецкая, и Житомирская, Сумская, Кировоградская, Николаевская. Конечно, много из Николаевской области было участников. И приезжали те, кто в прошлом году подключили своих друзей, своих знакомых, ага. которые тоже из этой области уже подъехали Минулого року году. Приїхали, цього да, року рассказали. Своїх друзів привели. Вот так, так с языка да, сняли. Да, да. Да. Приехала, в прошлом году приехала руководитель с двумя детьми, а в этом году привезла весь свой коллектив, еще подхватила еще несколько кружков. А на другий рік ще три колектива привезли. Обещают да, привозить да. еще в следующем а году. А яким чином от, ви надсилаєте запрошення на область? Чи вони самі ініціюють свою участь? Все дуже просто. Этот фестиваль стоїть в плані, в всеукраїнському плані мероприятий внешкольної направленості. І йде централізована розсилка із Державного центру позашкільної освіти України. Тобто вони розсилають, а хто вже да, некоторые має області... можливість і натхнення, то да, да, некоторые області проводять у себе на містах областные этапы нашего фестиваля и победителей рекомендуют к участию. Это не значит, что только победитель может поехать. Могут поехать все, но рекомендуют они победителей, если проходили отборы. За скільки треба подумати про те, якщо хочуть, наприклад, хтось з колективів, керівників колективів вперше почув, ну так, гіпотетично це передбачимо, що хтось там почув вперше про цей фестиваль зараз під час нашої з вами розмови. За скільки він має подумати про участь, подати заявку, як це робиться, що це робиться? Я сразу скажу, думати не треба взагалі, треба вже зв'язуватися з нами і спрашувати, задавати питання, які хвилюють. Звісно ж, ну, є звіти про прошлогодние фестивали, на которых руководители могут посмотреть, что было, как было, почитать. В этом году мы очень много отсняли видеоматериала и фотоматериала. То есть это сейчас еще в стадии обработки. Мы обработаем и выложим в общий доступ и у нас на сайте. Я думаю, может быть, канал на YouTube откроем фестивальный, да, чтобы это было нагляднее, да. А заявки, есть определенные термины подачи заявок, в эти сроки они указаны в положении фестиваля, и в эти сроки подавать заявки. Озвучьте их. Ну, я сейчас точно не скажу, но вот, допустим, если у нас в этом году фестиваль проходил с 8 по 19 июня, то заявки мы принимали до 15 мая. Да, абсолютно верно. До 15 мая, потому что очень много заявок, и нам еще надо их обработать. Посмотреть, сколько у нас ребят приезжает, потому что очень много на нас ложится ответственности по приему гостей. Очень... Кто помогает приймати гостей, до речи? Ой, ну у нас... Просто, звісно, що зрозуміло, курортна зона, але це протягом майже тижня. Вам потрібно приймати дітей, треба їх харчування їм забезпечувати, дозвілля також, так? И что делать? Где они были в этом году? У нас очень большой штат организаторов. Ну, как большой? 12 человек в этом году, да. На 1000 участников, скажем так, ребят, которые приехали. Можно говорить, всего 12. Якими стрічечками вас відзначали серед гостей? Да, только для того, чтобы мы ходили и ели. Потому что, да. Столовые по-другому не пускали. Да, в общем, все бытовые заботы на себя берет принимающая сторона. Это пансионат, санаторий Борис Фен, да, который находится в городе Очакая. Очень хороший, очень дружелюбный, гостеприимный. Они берут на себя заботу о расселении и о питании, да, всех. И часть детей жила на Надежде, база отдыха, да, тоже. Абсолютно не помещались верно. Все участники. А так у нас есть режиссерский отдел. Это вот мы перед вами, Виктория и я. Мы отвечаем за режиссерскую часть. Мы проводим все конкурсные смотры. У нас было, так как у нас фестиваль поделен на две части. Первая часть мы принимаем инструменталистов, вокалистов, напомни. Фольклор. Фольклор у нас в первой части был. Да, и все, по-моему. И все, чтецы. Да. А, и чтецы, да.
А вторая часть это у нас хореография, театр и мод, цирковое искусство и декоративно-прикладное образотворческое мастерство. Вот, и в первой, и во второй части у нас есть открытие-закрытие, то есть у нас 4 больших мероприятия на протяжении фестиваля и конкурсные просмотры. Вот за это мы с Викторией отвечаем. У нас есть аниматорский отдел, аниматорская группа, состоящая из 3 человек: Андрей, Наташа и Вика. Да. На 1000 детей. Да, абсолютно верно. И все абсолютно ребята и руководители отмечают нашу досуговую часть фестиваля, потому что все с удовольствием вечером, уставшие после конкурсных дней, приходят и танцуют, пляшут, поют песни вместе с Андреем, с Наташей и с Викой. Вот 3 человека занимаются анимацией. Конечно же, директор. Есть люди, которые отвечают за расселение, непосредственно прием гостей от фестиваля и расселение передачи в руки пансионата, санатория, да. За встречу членов жюри. Отдельно у нас люди, работающие с членами жюри, чтобы им было комфортно. С людьми, которые проводят мастер-классы. Да, да, да. Ну, то есть справляемся. Иногда тяжело, иногда приходится не доспать где-то. А як дозвілля проводять учасники фестиваля, крім вечерних танцев и песен? Ну, побережье. Да, в этом плане повезло, море. Если хорошая погода, все идут на море. Даже если погода не очень хорошая, тоже идут. Все приезжают, все идут на море. Оздоровиться, конечно, да. Да, но прежде всего конкурс, потому что мы стараемся так вот, если приехали вокалисты, мы стараемся конкурсный день где-то в ближайшие первые дни дать. Потому чтобы что они голос не застудили, да, на море. Да, да, абсолютно верно. Вот это дети. Они... А потом они спокойненько себе отсоревновались и отдыхают, купаются в море, смотрят других ребят, которые приехали из других жанров, да, и получают удовольствие. Все довольны. Крім циркової групи, яку ви назвали, що отримала гран-при, хто ще переможця в цьому році? В первой части... Криниченька, это из Хмельницкой области вокальный ансамбль. Да, 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 да. Уже так много детей, да. Сейчас, чтобы не ошибиться, точно? По-моему, да. Да. Да, да. Не могли вивчити це перед ефіром, щоб сказати точно. Нет, вы знаете, просто очень много ярких выступлений, и хочется очень многих выделить. Иногда стоит вопрос, потому что в каждом жанре члены жюри выделяют ребят, которых бы хотелось номинировать на гран-при. А наша задача вот из этой палитры жанров выделить кого-то одного в первой, кого-то одного во второй части фестиваля на гран-при, это очень тяжело, но мы понимаем, что мы не можем раздавать. Тому що, як можна оцінювати так вокальний, наприклад, якийсь номер і танцювальний, все очень порівнювати. Сложно сравнивать жанры, но мы понимаем, что гран-при это не просто хорошее выступление, выступление на 5 баллов, да? А это выделяющееся, яркое, необычное. Ну, 2 голови вище, ніж всі остальні виступлення. І поэтому... чим відрізнилися криниченьки, наприклад? Ну, інтересні номера у них, вони, крім вокального іскусства, ще показують немножко, так, ігрового, да, на сцені. Вони применяють різні, допустим, стилізовані українські пісні, вони применяють сучасні поп-прийоми, да. Ну, в общем, как-то так. Ну, і в цілому хочеться, как бы, вообще отметить то, что нам приятно, я говорил это руководителям на совещаниях, на собраниях, о том, что нам очень приятно, что есть коллективы, которые возвращаются к нам. Это оценка нашей работы. И на самом деле очень много приятных слов звучит в наш адрес, но, как-то знаете, очень, наверное, нельзя так говорить, что вот мы такие молодцы, но ребята возвращаются. Ну, молодцы же. Ребята возвращаются, и это самое главное. У нас сейчас досить сильно сором'язливими бути і не треба, тому якщо хвалять, то треба. Вот еще у нас по поводу инноваций, у нас в этом году очень интересный перформанс, так модно говорить, прошел в рамках мастер-класса. Вот Виктория может рассказать, потому что, кстати, Виктория, она вот у нас организатор фестиваля, а она в 2012 году была в качестве участника фестиваля, она заняла
первое место в номинации «Эстрадный вокал соло». А теперь она организация. Да, сейчас она пришла к нам работать, и мы с удовольствием, она очень себя хорошо проявляет на фестивале, знает, как и зачем, и для чего это делается. Коррупционные схемы проследковываются. Не, никаких коррупционных схем. Вот в рамках вокального жанра прошел очень интересный мастер-класс. Виктория принимала в нем непосредственное участие. Да, наш один из организаторов Александр Малюк предложил буквально перед конкурсным просмотром чтецов, предложил, чтобы дети сами написали какое-то маленькое четверостишье про наш фестиваль, но у нас все зашло дальше, нам принесли целую песню. И после этого на мастер-классе... Не можна примушувати робити творчих людей, вони завжди зроблять більше. Да, и на слова было положено, слова были положены на музыку, которую написали на мастер-классе вместе с детьми, с руководителями. Саша Малюк помогал, обрабатывал, и в конце фестиваля уже выступили дети на сцене с этой песней. Очень всем понравилось, они ее получили также. У нас будет выложено где-то, да? Да, да. Ну, то есть понятно, что это в рамках двух дней прошел этот мастер-класс по студийному практикуму. Это как детям себя вести в условиях студии звукозаписи профессионально. Он рассказывал технические моменты. И решил, что надо как бы показать детям на практике, что это такое, как создаются песни. И вот на эти слова положили на музыку. Тут же Саша целую ночь занимался аранжировкой, записали деток, скажем так, на студийном уровне записали их, почистили, все свели, и на следующий день мы имели полноценную песню, которую, в принципе, надо дорабатывать, но уже в условиях спокойствия такого, знаете, не сумасшедшего фестивального тембра. Фестивального темпа. Да, и вместе с материалами, которые мы накопили, которые будут выложены в общий доступ, будет эта песня, поэтому все смогут насладиться. Я так багато чую про ваші матеріали. Ви, будь ласка, наступного разу приходьте своїми матеріалами. Коли вони вже будуть у вас оброблені, тоді б ми могли і побачити, і почути ту пісню. Але я сподіваюся, що це не остання зустріч, тому я думаю, ми ще все побачимо і почуємо це обов'язково. Ну, а підводячи підсумки цього фестивалю, ви вже закінчили роботу літню, чи ще продовжує ваш будинок художньої творчості? Лично у мене з 1 июля відпуск, тому, ну, і в принципі, і многі... Ну, вас питати вже не треба. Ні, ми ще працюємо, і частично люди, то некоторые уходят раньше в отпуск, некоторые позже. В принципе, работа не прекращается, потому что есть определенные отчетности, которые надо выполнять. Мы заканчиваем все свои методические дела. Но с детьми вы не працюете уже? Некоторые руководители работают по отдельному графику рабочему. Некоторые руководители вывозят своих детей на другие фестивали, их очень много по всей Украине, поэтому нельзя говорить, что мы работу прекращаем на 100%. Но, наверное, как методический центр, областной дом художественного творчества заканчивают свою работу вот с 1 июля. Угу. Коли повертаєтеся, що нас чекає з нового навчального року? Мы надеемся, что нас будет ждать очень много интересного. У нас есть традиционные такие вехи в учебном году, это и новогодний утренник, и опять же много конкурсов и фестивалей. Мы всегда стараемся чем-то удивлять, поэтому будем стараться в этом году. Выходим в середине августа на работу и готовимся к встрече детей. На день открытых дверей в сентябре. Ждем всех. У вересня буде день відкритих. Да. Я тільки хотіла спитати, тому що, в принципі, початок навчального року, і багато батьків замислюються над тим, якщо дитина ніде не займається, куди, чим, де займатися можна. І ваш дом, будинок художньої творчості – це така альтернатива приватним заняттям, де обов'язково потрібно мати кошти для того, щоб займатися. І от чим може зайнятися дитина саме в вашому будинку художньої творчості? Які направлення? Абсолютно все, которые относятся к ветке художественно-эстетического воспитания. Все музыкальные виды искусства. Единственное, что у нас инструментальный жанр не представлен. Так уж получается, что не можем мы найти полноценных специалистов, которые мы могли на полную ставку прийти и работать. Там, допустим, или гитаристы, или вот у нас работал кружок бандуристов. Вот хотелось бы еще иметь музыкальную, ну, в смысле, инструментальную направленность. Ну, а в принципе, вокал, всевозможные и солисты, и ансамблевое пение.
Также у нас очень много хореографических коллективов, очень много кружков декоративно-прикладного и образотворческого мастерства. Школа журналистики у нас это вообще у нас очень сильный кружок, потому что они выпускают собственную газету. Ага. Полноценную. Про фестиваль, кстати, тоже будет целый выпуск газеты. Да, да. И, в принципе, хотелось бы, конечно, еще в планах у нас и театральное искусство, чтобы у нас было не представлено, к сожалению, именно у нас в Доме творчества театральное искусство. Но мы будем стараться. Ну, а ми бажаємо, щоб всі ваші плани, вони здійснилися, тому що мрії є мрії, а ви саме, я знаю, що методично плануєте і все виконуєте, що плануєте. Я рада, що ви сьогодні до нас завітали. Я ще раз нагадую глядачам, з нами були представники обласного будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, це методист Горшков Микита Сергійович та культорганізатор Марченко Вікторія Ігорівна. Дякую вам. Спасибо вам. За настрій, за те, що розповіли. Сподіваюся, що в наступному році обов'язково ще яскравіше засяє будинок художньої творчості на карті, культурній карті Миколаївщини України. Спасибо большое. Дякую вам, дякую нашим глядачам. Відпочивайте з гарним настрієм. До побачення, до нових зустрічей.